Здравствуйте, сторонники здорового образа жизни. У меня к некоторым настоятельная просьба. Прежде чем задавать подобные вопросы... А что это вы здесь делаете? А? И уподобляться герою этого эпичного фильма. Пожалуйста, просмотрите мои ролики по теме вихревой медицины. Там уже на 99% все есть. Я же не могу в каждом ролике повторять одно и то же по 100 раз. Спасибо. Представляю очередной посох, который имеет самые большие размеры на сегодняшний день. 1,70 м высота у него. Эффективная длина излучателей 1,477 м, то есть почти 1,5 метра. Если посмотреть вот на этот посох предыдущего поколения, то он, соответственно, где-то 1,20 м. Значит, эффективная длина, как я сказал, 1,477 м. Сами излучатели, то есть сама фольга, длина имеет 1,055 м. Он примерно работает как те посохи, которые предыдущие были. Вот с такого же конструктива, только поменьше. И у которых эффективная длина излучателей была 1,055 метра. Здесь же 1,477. И вот еще хочу показать. Сейчас это усиленный генератор включен. Достал вот такие лампы с одного склада. На списание шли. 91 года выпуска. 80 ватт лампа. Ну, уже бушная. Тут видно, что уже отработанная. Но хорошо, что она очень чувствительная. Вот две лампы я такие нашел. Они имеют очень хорошую чувствительность. Особенно вот для этой длины. Как раз 1,50 м. Вот можно посмотреть, как оно, насколько далеко вот еще светится. Вот, вот. То есть чувствительность очень высокая. И вот оно показывает, какая напряженность поля до сих пор присутствует. Это где-то вот около 40-35-40 сантиметров. Оно еще горит. Легко загорается. Вот если брать 1,20 м, то есть сейчас длина уже превышает, ну, так сказать, относительный предел, и форма излучения, она вытягивается уже именно овально, то есть уже не круговое, а именно вверх и вниз больше. Можем, как всегда, это попробовать. В общем, для чего эта конструкция мною сделана. Здесь все так же самое. Размеры я сейчас расскажу. Это больше уже будет для растительности. То есть я буду экспериментировать с ней. На каких-то грядках, на каких-то парниках, деревья, растения, ну и тому подобное. Возможно, где скопление там, куры, утки, какие-то зверьки. Может, там еще попробую, если дадут возможность поработать. Так, вот сейчас я показываю один из первых посохов. И сравним. Тоже на усиленном генераторе, чтобы было эффект видно получше. Вот берем 1,50 м, сами видите, что значительно меньше. Этот 1,20 м посох.
Ну, где-то вот здесь он работает. Еще. Но у него более круглая характеристика излучения. Вот и получается, что вот это как раз по длине этого посоха 1,20 м, но чувствительность значительно меньше. У самой лампы, конечно. Так как я вам уже на прошлых показывал разные варианты излучения, то здесь уже не буду сильно застряться. Пока все. С этим вариантом посоха я сильно долго не буду заостряться, так как это он практически такой же, как и тот, который был. Единственное отличие от предшествующего — это, как я уже сказал, общая эффективная длина 1,477 м, ну, вообще его 1,70 м высота, но именно эффективная. Сама длина ленты 1,055 м, половина сама излучателя 633 м, и между излучателями, то есть там, где тор, 211. Ну, опять же, 50-50. Так что здесь особенностей нету. Единственное, что я сейчас покажу, отрывки, точнее фрагменты того, что я уже успел с ним сделать и кое-что снял. Правда, я пока чисто так сокращенно. Посмотрите, там уже Валентина Дандорфа успел им прожарить. Потом у себя во дворе провел эксперимент один. Увидите, пока торы мотал, точнее провод завивал для трифиляров. И еще договорился с одним хозяйством цветочным у них поэкспериментировать с цветами. Вот начало увидите. Берешь растение, доводишь его практически, что оно вот-вот должно уже начинать. Ну когда без, только начинает, без да. Без воды. И вот тогда вместо воды включаешь вот это. Ну тут понятно. И тогда очень быстро видишь. Сразу. И я вот когда это сделал, там, знаешь, ну просто, вот как. Вот оно уже все, да, уже опустилось. Нет, когда они болеют, это там заметно сразу. А вот именно тут, когда вроде как здоровые, но вот как подействует или нет, вот это посмотреть надо. Ну, может, вот я сравню, вот это было, да, больше, ну, почти 2 недели назад. И вот сейчас посмотрим, были ли изменения с ним. Ну, вот с муравьями получилось интересно. Ну, это интересно, да, вот. Ты не заснял? Я обязательно буду повторять. Да, ну, пожалуйста. Муравьев собралось просто ужас. Именно на нижнюю часть. Но я только что выключил. Вот прошло минут 10 где-то, и фактически муравьи все разбежались. И успокоились. На земле как ходили, так ходят, но уже спокойно. А на посохе фактически их нету. Естественно, самое интересное — это рассада. Будем смотреть, что через 2-3 дня произойдет.
Это будет испытаемое. А это контрольное. А тут следующая часть. И плоская. Последнее еще, что хотел бы сказать, это по биоэнергетике новых посохов. Если предыдущие устойчиво, ну вот как я замеряю рамочкой, если устойчивая оболочка на энергопосохе где-то с обычным генератором 20-25 сантиметров, то на новых посохах где-то под 50 сантиметров. На усиленном генераторе где-то 40-45 на прошлой модификации, а уже метр 10 это на новых. Довольно серьезная прибавка. Ну, теперь пока все. Вроде все продемонстрировал. До свидания.